Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу вам представить обзор дополнений для диорам и наборов для диорам от фирмы Plastmaster. Вот такие новинки появились, вышли на рынок совсем недавно. И начнем с первого набора. Имитация деревьев. Осень. В наборе деревьев 5 штук 6-миллиметровых, точнее 60-миллиметровых, и 5 штук 30-миллиметровых. Имитация листьев 4 цвета. Откроем, посмотрим, что ждет нас в наборе. Вот такой мелко помолотый поролон 4 цветов. И в пакетиках вот такие вот кустики и деревья. То есть уже в одном наборе вы все приобретаете. Вот такие вот кустики. Сейчас посмотрим деревья. Интересный набор. Кто любит диорамы? Такие деревца. Теперь посмотрим имитация растительности. В наборе кочки трава 3 мм. Видите, сделано в России для моделистов. Барнаульская фирма, моделист Барнаул, фирма Plastmaster, делает вот такие вот дополнения для диорам. Сейчас. Интересно сделаны. Вот такие вот кочки. Должны на диорамах смотреться красиво. Теперь лето номер 3. Кочки, трава 10 миллиметров. Как видите, тут уже цвет другой, и сами кочечки покрупнее. Здесь набор лета номер 7, степь. Трава 3 миллиметра и стебли 10 миллиметров. Такой комбинированный набор. Как все выглядит. Интересные наборы. С обратной стороны они вот так крепятся. Набор номер 1 для диорам грунторастительность. В набор входит яшма сургучно-красная, мрамор бежевый,
имитация растительности, помол номер 3, светло-зеленый, имитация растительности, помол номер 2, темно-зеленый, имитация растительности, флок, светло-зеленый, и кочки, 30 штук кочек, светло-зеленых. Набор из 6 баночек. Уже готовое все, ничего не надо придумывать. Такой вот гравий. Также новинки у фирмы Пластмастер. Клей на липкой основе для фототравления. И клей на липкой основе для фототравления усиленный. Такие вот баночки. И новинки маски для прозрачных деталей или маска для стекла. В разных бутылочках, разные емкости, 10 мл, 30 мл. Также фирма Пластмастер сейчас начала такие скотчи делать фирмы Тесса. Хорошо из них наносить маски, делать камуфляжи или закрывать те части на моделях, которые не надо, чтобы покрасились. Разные размеры, разная толщина. Интересные. Я раньше пользовался Томией, посмотрел. Этот скотч мне понравился. Фирма Пластмастер начала выпускать пластик в листах разных размеров и толщины. 0,5 мм, 1 мм. Достанем, посмотрим. Вот это 1 мм. С одной стороны поверхность матовая, с другой стороны поверхность глянцевая. Кто любит заниматься перепилами, те меня понимают, что пластик в листах очень необходим для моделизма. С него много можно чего выпилить, вырезать и сделать. Листы 0,3 мм и 0,8 мм. Тоже с одной стороны глянцевые, а с другой стороны матовое покрытие. Вот такие новинки от фирмы Пластмастер. Вот. Но если вы заинтересовались этими наборами, ссылочки будут под видео, где их можно приобрести будет. Спасибо, друзья, за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео, следите за выходом следующих видео. Спасибо вам за просмотры. Всех благ вам и вашим близким, друзья.